1 июля 2014 года по всей России выросли тарифы на тепло- и электрогазоснабжение, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. В Чувашии цены поднялись в среднем на 4-5%. Например, цены на природный газ вырастут на 4,2%. Другие изменения в нашей таблице. По сравнению с декабрем 2013 года, в июле в среднем на 5% вырастет тариф на тепло. На 4,7% станет дороже холодная вода и водоотведение. Самое большое повышение будет в Чебоксарах. Меньше всего тарифы вырастут в Новочебоксарске и Шумерле. Разброс в цифрах зависит от ресурсоснабжающей организации и открытой или закрытой системы водоснабжения. Тарифы на электрическую энергию для населения составят 2 рубля 61 копейку за киловатт-час для городского населения и рубль 83 за единицу энергии для сельского. Рост тарифов к декабрю 2013-го – 4%. Татьяна Молокова, Республика.